Уютный зал Дворца культуры машиностроителей распахнул свои двери, приглашая на юбилей Лидии Сергеевны Калининой, которая уже несколько лет возглавляет Центр духовного возрождения «Озарение». А буквально накануне, 14 мая, в областной юстиции Центр получил свидетельство о регистрации как регионального отделения Всероссийского общества политического движения «Духовное наследие», которым руководит Алексей Иванович Подберезкин, город Москва. Юбилейный вечер удался. На сцене выступали лучшие коллективы музыкальных школ и музыкальных училищ города. А на пригласительных билетах были написаны самые правдивые строки, относящиеся к Лидии Сергеевне. Самый богатый человек, с открытым сердцем, неиссякаемой любовью, безграничной верой. Это человек, который помог решить жизненные проблемы не одному десятку горожан.